Всем привет! Пришла очередная хреновина из Китая. Так, здесь у нас должны быть шорты на малого. Надеюсь, это они. По декларации стоимость по ссылке 6 баксов и вес 300 грамм. 300 грамм здесь нету, здесь граммов 100 максимум. Ну, давайте посмотрим наличие. Ох, какой пакетик. Классный пакетик. Оп. Ну, обычные хбшные шортики. По размеру, я думаю, подойдут. Комары, идите в жопу, комары. Так, строчечка. Так, у нас вперед-то вообще. А, вот перед. Ну, я даже, честно говоря, не знаю. Качество, конечно, так себе. И в комментариях напишу. Сейчас все спят у меня уже. Если говно, значит, напишу, что говно. А так, ссылки будут все в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репостите видео, потому что подписчиков нету, уже почти год каналу, блин, а канал ни хрена не развивается. Конечно, сам виноват, но, блин, времени пока нету заниматься чисто каналом. Ага, ниточки. Ну, короче, всем пока, не забываем про группы в соцсетях, про сервис Бэкли, тоже ссылка будет в описании. Всем пока.